Ты просто ходишь и зарабатываешь реальные деньги. И да, это реально. И в этом ролике ты узнаешь как. Все вы уже, наверное, слышали про Степан. Очень крутое приложение, которое навело кучу шумихи, потому что вы просто ходите и зарабатываете за свои шаги токены, которые потом в этом самом приложении меняете на криптовалюту, а любую криптовалюту уже вы можете поменять на реальные деньги. И естественно, у достойно шумевшего проекта просто не могло физически не появиться клоунов. И сейчас речь пойдет об таком клоуне. Называется он Аглет. Разница его Степни в том, что он полностью бесплатен. И при входе в данное приложение вам дадут халявные кроссовки, с помощью которых вы сразу же сможете начать зарабатывать. Суть такая же, как и Степни. Вы просто получаете кроссовки, ходите по отмеченным местам на карте, или же просто ходите и зарабатываете токены. И в будущем эти токены можно будет обменять на NFT внутри проекта, которые разработчики обещали вести уже совсем скоро. Естественно, тут так же, как в Степен, есть система кроссовок, то есть какие-то кроссовки круче, они дороже стоят и при этом больше приносят, какие-то хуже. Можно также эти кроссовки просто продавать после того, как вы их износили, и получать новые кроссовки абсолютно халявно, приходя в определенные места, указанные на карте этим приложением. Таких аналогов на самом деле появилось очень много. Я считаю то, что лучше накачать таких аналогов себе на телефон. Вы просто же ходите в любом случае ежедневно. И пускай они там что-то там себе фармят, зарабатывают. Если в случае того, что хотя бы одно приложение выпустит все-таки свою коллекцию NFT, или либо их коины начнут приносить реальный доход и обмениваться на криптовалюту, то вы поймете халявный профиль. По факту, эти приложения занимают минимально количество места на вашем смартфоне и могут работать в фоновом виде. Вам ничего не стоит, чтобы их установить и просто потестить. Тем более с учетом того, что сейчас творится на крипторынке. Все летит вниз, все морозится, так почему бы не попробовать новации? Слово, тот же Степан особо-то и не просел от всего падения рынка. Как раз таки из-за того, что это хайповая тема и это что-то новое. Поэтому, ребята, переходите по ссылке в описании, качайте данное приложение. Если не сложно, вводите мой промокод, который вы сейчас видите на экране, он также будет в описании. Мне с этого тоже капать будет немножко. И ходите, это вообще-то в целом для здоровья полезно. Также в будущем сделаю еще подборку подобных приложений, у которых, по моему мнению личному, есть потенциал выйти действительно на рынок. Спасибо за то, что досмотрел данный ролик. Подписывайся на мой телеграм-канал, там ты найдешь еще больше полезной информации о криптомире. Также подпишись на данный канал, чтобы не пропускать новых видеороликов. А у микрофона был Зумер. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.